Глава Минздрава Армении наводит порядок. После жалоб граждан на врачей скорой помощи глава Минздрава Тарасян подписал приказ. Минимум 10% мест в отделении интенсивной терапии медучреждений каждый день должны выделяться пациентам, доставленным на скорой. Такой стала реакция министра на жалобы жителей на сотрудников службы скорой помощи, которые отказываются госпитализировать пациентов, ссылаясь на перегруженность отделов реанимации. В Ереване установят 175 пандусов и специальные светофоры. Мэрия Еревана установит в этом году 175 пандусов для лиц с ограниченными возможностями. На некоторых перекрестках будут установлены новые светофоры со звуковым сигналом. Для людей с нарушениями зрения в городских автобусах будут установлены специальные устройства, сообщающие название остановок. Ереван вместо Парижа. Куда россияне полетят на День Святого Валентина? В этом году 14 февраля выпадает на четверг, но многие россияне решили устроить себе настоящий романтический уикенд длиной в 3-4 дня. Меньше всего россиян предпочли отметить праздник за границей. Удивительно, что в этом году популярным зарубежным направлением оказался не романтический Париж. Пары чаще всего выбирали Ереван, Прагу и Тбилиси. Как показало исследование, слетать на выходные в Армению оказалось дешевле всего – 2963 рубля в одну сторону из Москвы. Компания Ликвор инвестирует более 15 миллионов долларов в производство глазных капель в Армении. Компания расширяет производство, для чего импортирует оборудование и сырье на сумму 12 миллиардов 900 миллионов драмов и создает 8 новых рабочих мест со средней заработной платой в 75,5 тысяч драмов. Правительство разрешило компании Ликвор не выплачивать таможенную пошлину на импорт оборудования и сырья. Компания Ликвор была создана в мае 1991 года и стала первым частным предприятием в Армении, производящим готовые лекарственные формы. Компания производит 60 видов препаратов и экспортирует свою продукцию почти во все страны СНГ. В некоторых областях, таких как инфузионная терапия и офтальмология, препараты компании признаны базовыми в стандартных схемах лечения. «24 апреля во Франции будет отмечаться День памяти жертв геноцида армян». Во Франции 24 апреля будет отмечаться День памяти жертв геноцида армян в Турции. Об этом, как передает агентство Reuters, президент Эммануэль Макрон заявил на ежегодном обеде Координационного совета армянских организаций во Франции. Макрон напомнил, что Франция была одной из первых стран, признавших и осудивших геноцид армян в Османской империи. Отметим, что в 2001 году Франция официально признала факт геноцида армян в Османской империи. Анкара крайне болезненно отреагировала на эту новость во Франции. В Катаре откроется посольство Армении с резиденцией в Дохе. Решение об этом принято 6 февраля на заседании правительства Армении. Катарская сторона выразила готовность в случае открытия посольства Армении ответить на этот шаг принципом взаимности и открыть посольство Катара в Ереване. Катарская сторона готова в ближайшие 3 года ежегодно предоставлять 400 тысяч катарских реалов, примерно 110 тысяч американских долларов, а также территорию для посольства, резиденцию для посла и 2 автомобиля. Двое армян были назначены министрами в кабинете премьер-министра Ливана Саада Харира. Министр туризма Аветис Кетанян является высокопоставленным членом АРФ Дашнак Цутюн. Кетанян был министром туризма и в предыдущем кабинете. Кетанян в прошлом году был гостем на одной из программ центрального телевидения, где, отвечая на вопрос, какая страна ему ближе, Ливан или Армения, ответил «Армения», а также добавил, что не хотел бы видеть граждан Турции в Ливане. Также Ричард Куимджам назначен министром социальных вопросов. Во Владикавказе открыли мемориальную доску Михаилу Лорису Меликову. Российский военачальник и государственный деятель граф Михаил Тариелович Лорис Меликов получил именную табличку во Владикавказе. Церемония открытия мемориальной доски прошла в честь 150-летия Лорис Меликовского ремесленного училища. Учебное заведение было основано на средства начальника Терской области генерала-адъютанта Михаила Лориса Меликова. Инициатива поступила от Министерства по национальным отношениям и Армянского национально-культурного общества Эрибуни. Специальным гостем на торжественном открытии мемориальной доски был генеральный консул Республики Армения в Южном федеральном округе Вардан Асаян. Маргарита Гаспарян и Екатерина Макарова выиграли Санкт-Петербургский теннисный турнир. Россиянки Маргарита Гаспарян и Екатерина Макарова вышли победительницами турнира Санкт-Петербург Ladies Profi в парном разряде. Победа Карена Хачанова над Лааксоненом привела Россию в финал Кубка Дэвиса. Сборная России одержала победу над Швейцарией в квалификационном турнире Кубка Дэвиса. Российские теннисисты одолели соперника со счетом 3-1 и вышли в финальную стадию турнира. Решающим на пути к победе стал матч Карена Хачанова против Хенри Лааксонена, который Карен выиграл с большим преимуществом. Депутат парламента Армении взял золото на турнире по борьбе во Франции.
представители сборной Армении по греко-римской борьбе завоевали 4 золота и 2 бронзовые медали на международном турнире памяти Анри де Глана во французском городе Ницца. Золотых медалей турнира удостоились Рудик Макартычан 55 кг, Карен Асланян 67 кг, Гранд Калачан 72 кг и Арсен Джулфалакян 77 кг, который ныне является депутатом парламента Армении. Геворг Гребян 60 кг и Артур Шагинян 97 кг стали бронзовыми призерами турнира. Discount. Uno sconto. Un descuento. Ein Rabatt. Скидка. Кровельный центр. Как ни крути, скидки для всех и для каждого. Телефон 8 800 1700. Югстрой Империал работает на рынке первичной недвижимости с 2013 года. Компания занимается строительством полного цикла, начиная от создания проекта и заканчивая эксплуатацией домов.